Балашова, Алматы, қайдасыздар? Это главный бой вечера! В синем углу октагона боец из Кыргызстана. Ему 26 лет. Его рост 165 сантиметров. Его официальный вес 56,7 килограммов. Он КМС по тайскому боксу. Чемпион по боксу Кыргызстана. Его профессиональный рекорд 7 побед и 9 поражений. В синем углу октагона Султан Оразмаматулу. В красном углу октагона чемпион лиги «Октагон» в наилегчайшем весе. Непобежденный чемпион. Боец из Казахстана. Ему 28 лет. Его рост 173 сантиметра. Его официальный вес 56,7 килограммов. Он чемпион мира по тайскому боксу. Мастер спорта по боксу. Его профессиональный рекорд идеален. 9-0. Итак, в красном углу «Октагона» боец из Казахстана, непобежденный чемпион лиги «Октагон» в наилегчайшем весе. Балашолах, давайте громче! Дамир Сихуда Толена! Рефери в «Октагоне» в титульном поединке Дауренбек Джакаев. У вас титульный бой. Регламент боя 5 раундов по 5 минут. Правила знаем, не нарушаем. Покажите красивый, достойный бой. Пожали руки. Удачи! Первый раунд. Ай, 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 ай
Титульного поединка остановил данный бой на отметке 4 минуты 45 секунд раунда номер один. Тем самым победу одержал и остается непобежденным чемпионом боец из красного угла октагона Дамир Толенов! Давайте еще раз поздравим Дамира. Дамир, мы тебя поздравляем с очередной защитой, рекордной защитой. Как по бою? Вообще, многие подписчики не ставили на твоего соперника, говорили, что это мисс-матч, но мне кажется, он удивил тебя. Ассаламу алейкум, Хазагиля. Я хотел бы, чтобы он первый, ему уважение проявить, чтобы он первый сказал, а потом я уже все же. Хотел бы, чтобы он действительно настоящий воин, он мужчина. Никто бы не согласился, я бы сам бы не соглашался за один день за короткий выходить на бой и драться. Он действительно мужчина. Ну, в таком случае мы приглашаем Султана сюда. Султан, ты показал хороший, достойный бой. Я думаю, тебе есть чем поделиться по бою своими эмоциями с болельщиками. Честно сказать, я не хочу, да? Өзмен дайым болгом негизичи, бирок метро Любленово дайым болгом да, ачыгы. Анан мага шанс да поезд тутуп алгач.
кийинки бойду мага мына метро Любимовна менен берсин. Өткөн өзү берген бойду, бирок вес кылган эмес да. Я готов любой время, метро Любимовна, где ты? В следующий раз могу драться с ним. А так чисто уважение Дамиру, который чемпион. Метро Люблено, тут как тут, давайте встретим. Метро Люблено. Да, мы сразу face-to-face перейдем. Да, это возможный потенциальный поединок. Давайте посмотрим на дуэль взглядов между бойцами, потому что Султан готовился именно к метро Люблено. Бойцы договариваются по весу, пожали руку, респектуют друг друга. Спасибо. Султан, Куб Рахмет. Непобежденный чемпион на легчайшем весе. Дамир Тулена, давайте еще раз поддержим. Болельщики, где вы? Ну а теперь давай, Дамир, поделись своими планами. Еще раз всем ассаламу алейкум. Ну, как видите, я выхожу и дерусь. Я не виноват в том, что соперники сливаются с боя. У кого-то там не получилось переехать границу, кому-то не получилось заехать. Поэтому я не виноват в этом. Я кого дают, я с теми дерусь, я не выбираю соперников. Это моя третья защита. И очень рад, что сегодня я победил. Я готовился усердно. Была тяжелая весогонка, гонял. Со мной всегда были мои тренера, поддержка всегда была. Даже сейчас я сидел, и которые просто со мной в зале занимаются, они пришли и меня прям поддерживают, говорят, давай, ты сможешь. И вот я здесь, я выиграл, победил. Хотел бы поблагодарить своих тренеров, Даниш Агай, Канат Рахимов, Салам Хаджомабаев, Нуртай Есболсынов. Агай, спасибо вам всем. Саша Агай, Гольцман, Рахмет, от души. За тренировки, за то, что пускаете в зал, даете возможность заниматься. Спасибо большое, что мы вот здесь растем. Этот октагон, он для нас как дом уже. Дальше больше будем газовать. Также хотел поблагодарить своего братана Иглик, Рахмета от души. Санжар, братишка, тебе привет передаю. Данил, братишка, тебе тоже салам алейкум. Также у меня родные дома сидят. Отец всегда смотрит бои, но не досмотрит и плачет. Он этот всегда переживает. Также сегодня здесь мой друг и моя супруга, они пришли посмотреть. Я попросил их прийти, но они стесняются. Харапай. Также Рахмет, организации «Октагон», компании с «Андердог». Нурадин ага, Рахмет, Рахмет вам ага, что даете нам возможность здесь выступать. Иншалла, надеемся, будем дальше газовать, будем дальше выступать за рубежом. Не будем останавливаться и завоевывать пояса дома. Поедем покорять кордон, будем запад сносить всей будем. СНГ будет заполнять запад. Так, кого я забыл? Всем братанам, всем Рахмет от души. То, что помогаете, мой братишка здесь, Нурбатор, он со мной с первых дней был, со мной весь гонял, дома ночевался, от меня не уходил никуда, всегда со мной ездил, куда я не попросил бы его. Ох, блин, спасибо вам всем, что пришли поддержать, я такой же простой, как и все наши бойцы. Очень приятно то, что вы приходите и дожидаетесь посмотреть мой бой, спасибо. Что пишете в Инстаграме, приятные для меня речи, говорите, чтобы я победил. Очень приятно, спасибо большое всем, ассаламу алейкум. Воу. Дамир Туленов, непобежденный чемпион в наилегчайшем весе Лиги Октагон. Я еще хотел бы сказать, вот этот пояс я оставлю, и чтобы Теймур Жапаров его забрал, я буду смотреть, чтобы ты его охранял. Никому не отдавай, я его для тебя оставляю, Тима. Вау!